Уже скоро в Донецкой области состоятся выборы в Верховную Раду. Каждый голос на вес золота. Но политики будут стремиться манипулировать этим голосом и приобретать все новых и новых сторонников. Будут ли они настоящими, если в газетах политики будут использовать традиционный прием манипуляции джинса? Джинса — это когда журналист берет деньги, кладет себе в джинсы и пишет какую-то хорошую статью о том или ином политике. Доверять ли такой газете или не доверять? Газете, которая вас обманывает за деньги, которые нигде никак не декларируют и не ставит отметку рекламы на своих материалах. Поэтому, если вы увидели подобную информацию, если вы услышали что-то странное по радио, подобное тому, кто-то и когда-то восхваляет какого-либо депутата, если вы увидели сюжет по местному каналу о том, что тот или иной кандидат подарил ранцы или, например, привез хлеб или гречку под видом гуманитарной помощи, и такое может быть, и нет отметки рекламы и сообщения о том, что это явно носит заказ. А ведь от этого зависит многое. Если кандидат позволяет себе манипулировать мнением избирателя, чем же он будет заниматься в парламенте? Сообщайте нам на Громадский телебачення Донеччина. Наш сайт громадский.dn.ua. Найдите нас в Фейсбуке, в Твиттере. Можете присылать нам скан-копии, записанные видеофайлы, аудиофайлы.